Всем добрый день. Меня зовут Гусева Мария, врач превентивной медицины, терапевт, диетолог и нутрициолог. У нас сегодня очень необычная презентация. Это не обычный прямой эфир, а практически распаковка. Потому что я вам хочу рассказать о новинке и об уникальном предложении от компании Greenway. Сегодня мы с вами обсудим подарочные наборы, три программы. Это программа по красоте, бьюти, программа Slim, то есть похудение, и программа иммунитет. Подробно я не буду сильно рассказывать про каждый из продуктов, которые входят в состав, потому что это, в принципе, вам уже все знакомое, но мы обсудим, почему лучше все это принимать вместе, а не по отдельности. Мы специально скомпоновали эти продукты, чтобы они сочетались между собой, чтобы они решали комплексно одну проблему, с которой, да, человек приходит, вот, и были выгодные по цене. Потому что в комплексе, да, в коробке, в кейсе это приобретать выгоднее, чем по отдельности каждый из продуктов. Вы можете такую коробку купить самому, да, и принимать. Можете в подарок кому-то. Я думаю, ваши подруги, родители, друзья тоже будут очень рады, потому что действительно вид очень премиальный, красивый, яркий. Я думаю, каждый человек захочет такое получить в подарок. К врачу обычно приходят люди для того, чтобы решить какую-то индивидуальную проблему. И врач, конечно, знает уже там особенности составов, изучает анализов и так далее. Но иногда нужно вот просто себя поддержать, да, особо не разбираясь там, что в составе, как что сочетать между собой, и когда можно предложить клиенту программу под ключ, да, какое-то уже готовое решение. Вот именно поэтому были придуманы данные кейсы. Итак, давайте поподробнее. Три кейса. Иммунитет, стройность, красота. Про каждый из кейсов, да, расскажу. Итак, самый главный, ну, для меня главный, это мой самый любимый, да, про красоту, про бьюти, про анти-эйдж говорить, это кейс WLAP Beauty. Красота изнутри, жизненная энергия, анти-эйдж, да, то есть профилактика старения, хорошая кожа, хорошие волосы, хорошие ногти, идеальный подарок для каждой девушки. Вот, для девушки с 18 лет до 90 подойдет данный продукт. Без ограничений. А что же в составе у нас находится? Уже вам известная WLAP омега-3 содержит высокую дозу омега-3 жирных кислот, идеальное сочетание козапентаен и докозагексаеновой кислоты, которые обеспечивают сильный противовоспалительный эффект, обеспечивают увлажнение кожи, эластичность кожи и также поддержка здоровья, сердца, иммунитета и так далее, да, потому что омега-3 нужна абсолютно каждой клетке нашего тела. Вот. Ну и коже, конечно же, тоже нужна омега-3. Особенно это важно для тех людей, которые не очень любят рыбу или просто редко ее употребляют. Я рада вам представить новинку. Это кожа, волосы и ногти. Skins, Hair and Nails. Это новый продукт от компании Greenway, который направлен на решение всех проблем, которые связаны с красотой. Собственно, что делает этот продукт? Он повышает упругость кожи, укрепляет волосы, укрепляет ногтевую пластинку, подходит для людей, у которых есть акне и первые признаки морщин, а также выпадение волос, первые признаки седины и так далее. Рассчитан на один месяц приема. Принимать нужно 2 таблетки в день. Подробнее про него у вас еще будет информация, но сегодня так коротко про него расскажу. Что входит в состав? На первом месте в составе данного продукта метилсульфанилметан. Метилсульфанилметан – это органическая сера. Сера входит в состав дисульфидных связей в биотине. Вот. Биотин – это тот белок, из которого наши волосы состоят. Вот. И сера очень сильно стимулирует рост волос, когда они выпадают. Также в составе органический цинк. Опять же, да, нужен для красоты. Органическая медь – это профилактика седины и запуск синтеза коллагена. Кремний – это усиление работы соединительной ткани, восстановление соединительной ткани, то есть нашей кожи.
L-пролин и L-лизин – это аминокислоты, собственно, из которых состоит наш собственный коллаген, из которых он синтезируется. Вот, ну, биотин и витамин С, да, это вещества, с помощью которых тоже синтезируется наш собственный коллаген. Единственное, что могу сказать про этот продукт, очень коротко, пожалуйста, четко принимайте его после еды. После еды, потому что если вы будете с этим продуктом нарушать время приема, например, пить его до еды или после чайка, кофейка, после печеньки, на него может быть тошнота за счет присутствия серы и меди в составе. Вот поэтому только после обильного приема пищи. Кстати, про то, как что принимать, будет написано на каждой коробке сбоку. То есть там будет очень подробная схема по всему тому, что есть в составе данного бокса. Дальше. В этом кейсе содержится 10 стиков балансера коллагена. Балансер коллаген 5000 мг в одной порции, ускорение процессов регенерации, синтез, опять же, нашего собственного коллагена, укрепление кожи, волос, профилактика морщин, улучшение там, эластичности, увлажнение кожи и слизистых. Ну и так, конечно, суставам тоже достанется немножко коллагена. Вот, 10 стиков. Также в составе балансер алоэ, 10 стиков балансер алоэ. Алоэ – это универсальный увлажнитель, он запускает водный баланс, ускоряет процесс регенерации и ускоряет, я бы сказала, моторику кишечника, то есть регенерации еще вообще всех слизистых, которые находятся внутри нас. Итак, в этом боксе, да, в боксе по красоте, бьюти, у нас будет омега-3, целая упаковка без собственной коробочки, да, то есть только непосредственно банка. Далее кожа, волосы, ногти, 10 стиков алоэ и 10 стиков коллагена. Вот такая вот коробочка, боксик. Следующий бокс, следующий кейс – это VLAB Immunity. Это комплекс, который подобран специально для запуска нашего ответа, да, иммунного ответа на чужеродные вирусы, бактерии, грибы и так далее. Ну и также помогает чувствовать себя более бодрым, активным, да, и улучшает жизненную энергию. Подходит абсолютно всем, мужчинам, женщинам, пожилым людям и так далее. Что же у нас входит в состав? В состав входит VLAB ImmunoHit актив. Вы тоже его очень хорошо знаете, да. Это комплекс природных адаптогенов, которые способствуют укреплению иммунитета, повышают жизненный тонус, повышают жизненную энергию. Человек чувствует себя более бодрым и энергичным на нем. Вот. И, конечно, повышает устойчивость к ОРВИ, простудам, к физическим нагрузкам, к эмоциональным стрессам и так далее. 60 капсул, да, то есть привычная вам упаковка. VLAB Uncaria Forte. Продукт на основе экстрактов чаги и ункарии. Это уже конкретный такой противовирусный эффект. Ункария содержит широкий спектр полезных веществ, которые улучшают активность иммунной системы и положительно влияют на функцию почек. Этот продукт помогает при воспалении, при борьбе с вирусами, с простудами, и также он повышает общий тонус нашего организма. Поэтому если вы или ваши близкие чувствуют себя уставшими после долгой-долгой зимы, да, весна все никак не наступит, вот этот продукт, этот кейс для вас. Далее в составе два горячих напитка по 10 стиков каждого. Это балансер куркумин и балансер Hot Comfort. Они очень похожи, да. Балансер Gold куркумин – это оригинальный напиток на основе индийских специй и кокосового молока. Нужно растворять в горячей воде, в теплой, в согревающей. Он помогает нам с вирусами, с бактериями и обладает противовоспалительным и согревающим эффектом. В одной порции напитка содержится 50 мг куркумина. Да, и балансер Hot Comfort, да, это тоже согревающий напиток со вкусом малины и имбиря. Благодаря комплексу растительных экстрактов активизирует потоотделение, вывод токсинов, поддерживает иммунитет, функцию дыхательной системы. Помогает при температуре, при простуде. Ну, в принципе, вы все знаете. Итак, да, подведем итог. В боксе, в кейсе по иммунитету у нас находится VLAB Immunohit, VLAB Uncaria Forte, балансер куркумин и балансер комфорт. Да, то есть это коробка, где два
где все продукты находятся без собственных упаковок, да, и они намного выгоднее выходят, чем приобретение их по отдельности. Теперь мы разберем VLAB Slim. Наш любимый VLAB Slim, да, это контроль веса, снижение веса, помогает системам детокса, дренажа, помогает контролировать вес, аппетит и снижать вес. VLAB Colostrum Detox способствует мягкому очищению организма, поддержке органов пищеварения за счет сочетания активных веществ колострума и компонентов растительного происхождения. Усиливает детоксикацию, усиливает пищеварение, и на самом деле он еще помогает для иммунитета. Конечно же, это же колострум. Вот. Но он очень хорошо запускает мягкое очищение нашего организма. VLAB Anti-Sweet Control, он помогает контролировать аппетит и тягу к сладкому, самое главное. Я бы даже сказала, не просто тягу к сладкому, а тягу ко всяким, не то чтобы извращенным вкусам, да, но вот к чему-то остренькому, к чему-то солененькому, к чему-нибудь копченому, ну и сладкому тоже, да. Он это делает за счет экстракта джимнеми, таурина, инулина и пиколината хрома. Таким образом, он контролирует поступление глюкозы внутрь клетки, положительно влияет на обмен веществ и энергообмен. На нем хочется сладкого намного меньше. И, конечно, поэтому он помогает в снижении веса. Это балансер Baobab Forte и балансер Drain Max. Балансер Baobab Forte – это 5 видов пищевых волокон. Зачем нам нужны пищевые волокна? Они помогают нам контролировать аппетит и снижать вес комфорта помогают. Очень важно, балансер Baobab принимать отдельно от всех остальных БАДов, лекарств и даже от еды, примерно минут там, за 20, за 30, как у вас получается, потому что пищевые волокна работают как... это клетчатка, да, работают как сорбент такой очень, очень мягкий. Вот. И поэтому он, как сказать, немножко разбухает, да, в нашем желудке, в нашем кишечнике, и таким образом прием пищи будет не таким обильным даже, как без него. Вот, то есть это дополнительная клетчатка, помогает контролировать аппетит, помогает контролировать уровень холестерина и глюкозы и обеспечивает хорошее пищеварение. То есть он показан еще тем людям, у которых есть склонность к запорам. Ну и, конечно, нами любимый балансер Drain Max. Здесь уже вы про него очень хорошо знаете. 10 стиков находится в боксе со вкусом алоэ лайма, обеспечивают дренажный эффект, эффект детоксикации, устраняют отеки. Да? Вы все тоже про него знаете, можно принимать, в принципе, в любое время дня, но подстраивайте под комфортный вам режим. Единственное, что я рекомендую, не принимать его перед сном. Вот, что все же в первой половине дня, потому что будем бегать в туалет иначе всю ночь. Потому что у него очень сильный лимфодренажный эффект и противоотечный. Вот так вот выглядит бокс, да, на обратной стороне вы видите, какие продукты входят в составе, какие активные компоненты и как они работают, какая схема приема, сколько таблеток, капсул, либо стиков принимать до еды, после еды и так далее. Один кейс, одна программа на месяц, все написано на упаковке. Еще раз повторюсь, все продукты внутри будут идти без упаковки, без собственной, и это будет более выгодно вам и вашим партнерам по цене. Просто, понятно, одна проблема, готовое решение, пожалуйста. То есть нам не нужно глубоко разбираться, в принципе, в составах, компонентах. Можно купить в один клик, они уже сейчас доступны для заказа. Их очень легко презентовать. Дизайн красивый, очень удобный. Я думаю, вы тоже согласны. Очень ярко, по-весеннему, прекрасное сочетание цветов. Вот. И, конечно же, понятный и ощутимо очень быстрый эффект. Да? Эффект уже будет с первых дней приема, но, конечно, по некоторым продуктам он разовьется к концу первого месяца. Это очень важно сказать. Например, эффект от программы по красоте, по программе Beauty, будет только, скорее всего, будет только к концу первого
месяца, да, потому что, как правило, там выпадение волос и акне, и морщины – это уже следствие глубоких, глубоких дефицитов, и в первый месяц мы обычно только перекрываем эти дефициты, останавливаем выпадение волос. Конечно, если вы хотите, можно продлить, да, курс приема, потому что все курсы по красоте, например, должны быть не менее 3 месяцев. У нас даже фаза роста волос, да, достаточно длинная. Вот, поэтому 2-3 месяца рассчитывайте примерно так. Вот, но уже говорю, к концу первого месяца будет ощутимый эффект. Вот на бьюти могу сказать, в продуктах будет ощущение, что кожу не хочется нам мазать кремом, будет улучшаться цвет лица, будет остановлен волосопад. Эффект на иммунитете, да, на кейсе иммунити будет уже такой более индивидуален, но за счет того, что там все же компоненты, которые обладают таким тонизирующим действием, да, повышают энергию, то эффект я ожидаю вот на таких продуктах обычно в течение 1, максимум 2 недель, то есть эффект достаточно быстрый. Вот. И эффект от слим-контрола, конечно, более индивидуален, да, потому что у нас тоже у всех разный вес, да, абсолютно разные точки А и точки Б, да, к чему мы хотим прийти. Все это прекрасно работает в сочетании с физическими нагрузками и режима питания, но, тем не менее, продукты очень сильные, и уже в течение месяца будет ощутимый эффект в контроле аппетита, в снижении отеков и повышении жизненного тонуса. Как часто можно пить боксы и какой курс? Один бокс рассчитан на 1 месяц приема, но, в принципе, вы можете пить 2-3 бокса подряд. Вот, потому что, говорю, курс на каждый продукт – это 2-3 месяца, да, для достижения ощутимого, действительно доказанного результата. Вот. Но вы можете, например, попробовать бокс, а потом покупать каждый продукт отдельно по потребности. Можно ли принимать одновременно БАДы из 2 кейсов? Ирина спрашивает. Да, можно. Можно принимать. Все продукты сочетаются между собой. И, в принципе, если вам комфортно принимать, то можно там хоть 10, хоть 20 наименований принимать. Смотрите индивидуально. Вот. Ну, почему нет? Да. У нас и так ведь много очень партнеров пьют достаточно большие программы, там из 7, из 8 наименований продукции. Вот, тем более, например, там кейс по иммунити, да, согревающие напитки балансер, их можно принимать там по потребности только там, когда мы заболеваем, да, и чувствуем себя не очень хорошо. Вот, так что смотрите сами. Так, 35 бат можно онкобольным в ремиссии. Пожалуйста, решите этот вопрос с вашим лечащим врачом. У меня вопрос. Аминокислоты лизин и пролин лучше усваиваются до еды, но в данном случае вместе с серой написано, что принимать во время еды. А как насчет аминокислот? Они хуже будут усваиваться или нет? Или я ошибаюсь? Да. И про коллаген, и ункари тоже, пожалуйста, объясните. Когда до еды, когда после. Оксана, спасибо за ваш вопрос. Действительно, вот в идеале аминокислоты, коллаген, они принимаются до еды. Но. В принципе, вот я даже смотрю на своих пациентов. Если очень многим людям комфортно принимать вместе с едой и даже после еды. Вот. Я бы не сказала, что это ощутимо как-то влияет на биодоступность и на действие этих продуктов, потому что, вот, по сути же, если поразмышлять, аминокислоты – это просто еда. То есть, ну, это, грубо говоря, кусок мяса, да, и там кусок холодца. И если вы принимаете БАДы с едой, то у них биодоступность, в принципе, будет точно такая же. Вот, там плюс-минус. То есть для обычного человека это все неощутимо. Вот, поэтому смотрите сами, да. И еще такое важное замечание, я еще раз вам всем скажу. Что такое БАД? Да? Это то, как зарегистрирована у нас вся продукция в Greenway. Ну нет, не вся. Есть БАД, а есть пищевой продукт. Вот БАД – это
если мы расшифровываем, это биологически активная добавка к пище, то есть это способ регистрации. То есть мы таким образом перенимаем эти добавки для обогащения своего рациона. Вот. И поэтому очень часто в продуктах, да, когда вы видите на упаковках, как что там принимать, всегда будет во время еды способ приема, потому что это требование регистрации к биологически активным добавкам. Вот. И поэтому вот это правильно. Но есть прямые эфиры с врачами, да, в том числе со мной, где мы делимся уже своими мыслями, своим индивидуальным подходом, да, к каждому БАДу, потому что для некоторых продуктов прием, например, после еды, он не имеет никакого смысла. Например, те же самые желчегонные препараты, да, нам какой смысл желчегонные препараты принимать, там, типа холонактивы, да, принимать после еды? Никакого нет смысла. Надо принимать желчегонные препараты до еды, чтобы был желчегонный эффект, да, и уже потом поесть. Вот. Поэтому здесь я вам все же рекомендую ориентироваться в первую очередь на то, что написано на упаковке каждого продукта и каждого кейса. Вот. Но если у вас возникают какие-то сомнения, пожалуйста, пишите по поводу там каждого продукта, вот, и будем решать индивидуально. Вот такой вот длинный ответ у меня получился. В кейсе бьюти только 10 стиков коллагена, спрашивает Анастасия. Стоит ли коллаген пить так мало, всего 10 дней, получается по одному стику в день. Анастасия, если мы положим в этот кейс весь набор, этот кейс будет дорогим. Он выйдет намного дороже. Вот. То есть смысл этого кейса... В том числе это знакомство наших партнеров с продукцией. Поэтому, если хочется, можно коллаген еще потом взять отдельно, да, целый отдельный набор. Вот, поэтому, да, у нас все стики по 10 штук в каждом боксе. Мария спрашивает, с какой периодичностью нужно пропивать данные боксы для эффекта. Мария, здесь индивидуально. Как я уже сказала, я рекомендую все же курсовой прием 2-3 месяца. Дальше Анастасия спрашивает, каждый бокс рассчитан на 1 месяц? Да, Анастасия, каждый бокс рассчитан на 1 месяц. Бокс иммунитет начинать пить только при первых признаках заболевания? Нет, почему? Для кого подходит бокс иммунитет? Для тех людей, которые находятся в хроническом стрессе, после зимы, у кого ослаблен иммунитет, те люди, кто часто болеет, вот особенно тоже им показано. И да, при первых признаках простуды тоже можно пить, но лучше, конечно, заранее, да, то есть в сезон. В сезон это вообще идеально такой бокс пропивать, да, это обычно осенне-зимний, да, период, ну и весна, в принципе, тоже, да, когда у нас много простудных заболеваний. Потому что, ну, если мы начнем это пить, то особо эффект быстро не разовьется, там же накопительный очень эффект. Вот, но напитки, например, да, согревающие, их можно пить при первых признаках заболевания. Оксана спрашивает, можно куркумин и ход комфорт, если хронический гастрит, холецистит, панкреатит, или лучше их не применять при простуде, ограничиваясь другими БАД? Оксана, я тут не подскажу вам, потому что все желудки у нас индивидуальные. Гастрит, холецистит, да, или там другие проблемы с ЖКТ не являются противопоказаниями к данным напиткам. Но, конечно, есть индивидуальная чувствительность, да, и если вы плохо переносите какой-то из компонентов, то лучше их пить после еды, вот. Тогда вот после или во время еды, чтобы не попадало там на раздраженную слизистую, да, и не провоцировало приступ. Ну, здесь опять же, да, смотрим индивидуально. Если что-то не подходит, то, ну, просто так не делаем. В кейсе бьюти по 10 стиков алоэ, коллаген, их нужно будет докупать отдельно? Нет. Алина, все идет вместе. То есть это прям вот
целый бокс, два полных продукта, да, две банки без упаковки и по 10 стиков каждого. Так вот выглядит у нас абсолютно каждый набор. Если вы хотите после окончания бокса взять еще целый набор, да, там отдельно алоэ, отдельно коллагену, то, пожалуйста, докупайте отдельно. Если противопоказания, бокс для похудения можно ли принимать тем, у кого проблемы с почками? Мария, я такие противопоказания не знаю. Только до 18 лет, да, у нас противопоказания беременные, кормящие противопоказания. Все остальное индивидуально. Если вы какой-то из компонентов не переносите, пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом. Так, про цены не могу никак прокомментировать. Изменится они, не изменится. Думаю, компания сейчас сделает. Наталья спрашивает, а что для людей с сахарным диабетом? Есть ли противопоказания? Ни для одного из продуктов противопоказания нет. Сахарный диабет. Единственное, что вот в слим-контроле такой продукт, как анти-свит, там в составе содержится у нас пиколинат хрома и таурин. Они снижают тягу к сахару, да, они увеличивают чувствительность клеток к инсулину, и у них есть такой эффект, да, как я уже сказала, это снижение тяги к сладкому, то есть если вы сейчас даже с диабетом кушаете, там, ну, не соблюдаете диету, и вы начинаете этот продукт принимать, то возможно, не факт, но теоретически возможно изменение дозировки лекарственных препаратов, ну, конкретно метформина я имею в виду. Вот, поэтому, ну, если честно, я не встречала это в своей практике. Вот, я спокойно больным сахарным диабетом второго типа антисвит назначаю. Если сахарный диабет первого типа, то есть человек на инсулине находится, то антисвит ему будет бесполезен, да, потому что он колет уже инсулин. Это все. Это последняя инстанция. А будет ли отдельно доступен БАД для кожи, волос, ногтей, который в KC Beauty? Да, он будет доступен отдельно, про него будем говорить чуть позже. Он появится в продаже. Это вот самая-самая последняя новинка. Решили начать с кейса. Можно ли программу Slim ребенку 15 лет с избыточным весом? Жанна, спасибо за ваш вопрос. Спасибо за ваш вопрос. Дело в том, что вся продукция рассчитана на людей с 18 лет. Вот, с 18 лет, поэтому, конечно, компания не может, ну, не может сказать, что можно. Она может сказать, что только нельзя. Я, например, как врач, которая ведет, все же веду подростков, как диетолог с избыточным весом, я понимаю, что ребенок 15 лет, особенно мальчики, они бывают ростом и весом больше, чем среднестатистические женщины, взрослые. Вот. И я тогда ориентируюсь скорее на вес. Ну, особенно уже, когда пубертат настал, да, все нормально, нет там каких-то противопоказаний. Я назначаю, вот лично я назначаю взрослые дозировки детям с избыточным весом, да, потому что ориентируюсь на вес. Но я беру на себя эту ответственность, вот скажем так. Поэтому если вы готовы взять на себя ответственность, то можно, наверное, ну, вам решать. Вот, но компания, мнение компании, что это противопоказание. Далее Оксана спрашивает, ункария и коллаген лучше до еды? Оксана, там будет все написано, но коллаген я все же рекомендую принимать до еды. Ункарию, в принципе, можно и так, и так. Вот, там большого значения это не имеет. Ну, я очень часто назначаю до еды. Можете ли вы мне, Мария, подсказать, я пью программу от мастопатии, и если пить натощак, начинается рвота, что я делаю не так? Светлана, я, к сожалению, не знаю, какую программу вы пьете, но могу точно сказать, что рвота – это ненормально. Рвота – это ненормально. В таких случаях я рекомендую убрать полностью вообще все, что вы пьете. Возможно, обратиться к гастроэнтерологу очно, да, и посмотреть, что там с вашим желудочно-кишечным трактом происходит. Если там все нормально, если у вас нет никаких заболеваний, то тогда такую программу надо пить после еды. Вот, надо пить после еды. Я так делаю в тех случаях, когда, ну, очень чувствительный желудок, да, и вообще человек не переносит натощак капсулы, я переношу на после еды.
Вот, тогда может там частично, может какое-то действие действующих веществ снизиться, но незначительно. Далее Ирина спрашивает, при аутоиммунных заболеваниях можно ли бокс иммунити? Ирина, пожалуйста, вместе с вашим терапевтом решайте этот вопрос, потому что аутоиммунных заболеваний у нас огромное количество. Я не могу как бы сказать. Детям 8 лет я категорически не советую принимать взрослые БАДы. Вот, 8 лет – это все же очень такой нежный возраст. Это даже не, ну, это даже не подросток. Татьяна спрашивает про то, что 10 стиков коллагена никак не сработают и эффект не разобьется. Татьяна, я с вами на самом деле согласна, потому что 10 стиков коллагена – это очень мало. Я, когда говорила про эффект бьюти, я скорее акцентировала внимание на новинки кожи, волосы, ногти. У него эффект достаточно быстрый, и вот, по моему опыту, в течение месяца он наступает. На коллагене, да, я фанат коллагена, вот, на коллагене, более того, не 10 стиков, не 20, не 30 будет недостаточно, особенно если уже есть возрастные изменения, если есть дефицит белка в организме. Я замечаю, что даже у молодых относительно людей без серьезных заболеваний, если человек каждый день пьет коллаген, эффект, дай бог, если к концу первого месяца, дай бог. Если возраст уже достаточно приличный и есть, ну, приличный, 40 плюс, да, и есть какие-то проблемы, например, с суставами, то эффекта вот конкретно от коллагена на коже практически, ну, не будет в первые там месяц, а то и два, потому что коллаген – это, по сути, белок, это просто набор аминокислот, вот, и у таких людей 40 плюс коллаген скорее пойдет в суставы, вот, он пойдет в суставы, он пойдет в сосуды, во внутренние органы, там будут какие угодно эффекты, но эффект на коже, он самый последний, потому что нашему организму, наша красота, наши морщины, ну, вообще до лампочки, вот. Нашему организму надо, чтобы мы какали каждый день, чтобы атеросклероз не развивался и ноги нас несли. Вот, поэтому да, вы правы. Вот, но эффект на боксе все равно будет, потому что эффект там в первую очередь, эффект все же от комплексного действия всех компонентов этого бокса. И, конечно, там хедлайнер – это кожа, волосы, ногти. Ну и омега-3, безусловно. Вот, а на стике это все же дополнение, скорее дополнение к основным продуктам. Лена спрашивает, можно ли пить антисвит для профилактики, если нет диабета, чтобы убрать тягу к сладкому? Елена, да, можно, это как раз и есть целевая аудитория антисвита. Не больные сахарным диабетом, а сладкоежки. Нужно ли соблюдать диету при приеме слим? Есть ли ограничения? Ограничений там особых нет, но диету нужно соблюдать всегда. И это нужно соблюдать всегда. Конечно, когда вы будете больше двигаться, больше пить воды, больше есть овощей, там, рыбы, хорошего белка и меньше сладкого, да, вот просто делая акцент на диете, еще дополняя это все нужными БАДами, да, которые подобраны для решения этой проблемы, конечно же, будет максимальный эффект. Вот, максимальный эффект. Если язва пищевода и желудка, все БАДы после еды лучше. Евгения, надеюсь, что вы имеете в виду, что язва пищевода и желудка в ремиссии, потому что в остром состоянии я не советую пить ничего, да, а бежать к гастроэнтерологу. Вот. Смотрите индивидуально, поэтому, ну, лучше, конечно, после еды. Да, вот все, что нас может раздражать слизистую, да, провоцировать выброс соляной кислоты, лучше переносить после еды там, или вместе с едой. Галина спрашивает, а что значит, что после антисвит еще больше хочется сладкого? Какой-то уникальный случай, если честно, первый раз про это слышу. Какой-то супер уникальный случай, я бы сказала, потому что в составе ничего, вот абсолютно ничего не может провоцировать, наоборот, тягу к сладкому. Вот, я бы подумала в таких случаях о том, что
если бы человек мне так бы сказал, я бы подумала о том, что нужно разобраться, что он ел в течение, этот человек в течение дня. Может быть, слишком сильно урезали углеводы, слишком сильно урезали белок, и человек просто элементарно голодный. И, может быть, вы просто недоедаете. Вот, пожалуйста, пересмотрите вашу диету, посмотрите правила гарвардской тарелки, посчитайте ваш калораж. Вот, потому что антисвит, он, конечно, в помощь. Это же, ну, не волшебная там таблетка или укол, который вот прям тягу к сладкому отбивает. Нет. Вот, все, мы закончили. Большое вам спасибо. Все, всего доброго. Хороших вам выходных, майских праздников. До свидания.